сидели на заборчике возле дома модной обуви. В доме модницы разборчиво примеряли туфли новые, а у нас кроссовки драные, пыль со всех миров собравшие, а у нас беседы странные, да затеи бесшабашные. Были мы десятиклассники, мудрецы длинноволосые. Мы любили петь на праздниках и цитировать философов. Все мы в жизни перевидели, все соблазны мы изведали, и смешили нас родители неуместными советами. Вот заборчик начал рушиться, мы с него со смехом падали, рассыпалось солнце в лужицах позолоченными каплями. Не поднять заборчик заново, не прочесть следы неясные. Ты работаешь дизайнером, я учу десятиклассников. Я учу лохматых странников и причесанных отличников видеть свойства многогранников и бесценность каждой личности. Они меня не слушают и шагают теми тропами, где заборчик не разрушенный, где кроссовки наши стоптаны. Где заборчик не разрушенный, где кроссовки наши стоптаны.